Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Я спешу, как сказали бы мы здесь на таком местном суржике, мы бы сказали, спешу апдейтнуть вас. Да, или как Света так более тонко по-русски говорит, спешу поделиться последними, так сказать, событиями, развитиями истории, значит, семьи, которая из Новосибирска попала в Шарлотт, а дальше неизвестно, что произошло, потому что мы не знаем, успели ли мы с нашей историей до отлета самолета и с нашими комментариями и так далее. И что вы себе думаете? Вот. Сегодня получаю я имейл от героя нашего, значит, сюжета. Зовут его Алексей. И дальше он так довольно подробно описывает свою историю. Он не выиграл грин-карту, как некоторые тут подумали, что он, значит, вот такой счастливчик, который не воспользовался. Вот. Он не смотрит наш канал годами, но он говорит, что месяцев 10 смотрит. И он не видел, может быть, все 4000 наших видео там, хотя их 5 на самом деле. Но говорит, что, наверное, не меньше 1000 они с женой посмотрели. В общем, где-то года полтора назад, ну, как-то вот им уже обрыдло совсем то, что они делали. И, в общем, как у них такой как бы бизнес малый, там, манюфакчеринг они что-то производили. И, в общем, всех их измотали. И, в общем, они решили ехать. Изучили с адвокатами, беседовали иммиграционными и так далее. Им сказали, что у них история хорошая, сказали им адвокаты. В общем, на самом деле, я вот сейчас, Светлана со мной, и мы вместе, я вслух зачитывал письмо. Свет, я что хочу сказать, вот читая это его письмо, я бы сказал, что уровень разработки проблемы был хороший. Да. То есть, каким образом вот это получилось, что они оказались в неизвестности такой, в неожиданности такой, это остается открытым. И он на самом деле там говорит так, что если бы мы дали себе недельку на осмотреться, то, может быть, вот эти две картинки сошлись бы как-то в одну, понимаешь? Но получилось так, что они не дали себе этой недели, и вот, в общем... В общем, они уехали. В общем, они, да, на Света, ну ты, да что ж ты меня это... испортила, ну ты бы хоть спросила, что ж так сразу. Вот, они таки, да, уехали, но потом билет у них уже был, и видно, уже настрой такой был, и наше видео, я думаю, им не столько было нужно для принятия решения, сколько, может быть, еще для чего-то, я не знаю. Но, кстати, очень большая признательность была высказана всем, кто поучаствовал, потому что, как бы, очень важно было вот услышать, да. Такое ощущение, что мы приехали, что ли, да, нет? Вот сюда. Мы, друзья, едем на open house, тут их два, видишь, один налево пошел, ну, другой. Да. Мы едем на open house, на следующий сюжет как раз будет про домик, который тут продается в Санта-Крус. Ну, в общем, они рассчитывают как бы приехать домой, перегруппироваться. Я так понял, что они все равно там уже все продали, и не то, чтобы у них там что-то такое было, чтобы вернуться к такой привычной нормальной жизни. Нет, я не вижу, где тут open house. Должна стоять. Да. Вон там. Да. Но, во всяком случае, они собираются обратно. Они просто должны немножко переосмыслить, что с ними произошло и как им дальше быть. Вот такая, собственно, история. А open house я все равно не вижу. Спасибо, да, всем большое спасибо. Там так высказано было и так далее. Счастливо!